Привет, я Райан Рейнельд. И я Джейк Джеллинхоу и канал Wired. Популярные запросы. Интервью. Да. Время от времени все мы гуглим про себя что-то такие... О, боже! До этой минуты со мной все было нормально. Райан Рейнольдс, сын Дебби Рейнольдс? Воу, это невероятно. Двоих таких быть не могло, иначе бы война началась. Райан Рейнольдс. Связан с Райаном Гослингом. Канада занялась сексом с Америкой, и получились эти двое. Близнецы. Да? Они хотели съесть друг друга в матке, Чисто, но у них правда. не получилось. Они выжили. Получив травму после этого, оба стали Продолжай. актерами И теми, кто они есть. Что-то мне нехорошо. Райан Рейн Рейнольдс потерял зуб. Нет! Какого черта? Они все на месте! Райан Рейнольдс теряет много вещей. Давай тогда и эти импланты вытащим, пока мы здесь. Хорошо. Райан Рейнольдс, жалкий? Он канадец. Ты сказал это Очень и расстроил беседливо. тысячи грустных сирот. Я не знаю, что это. О, господи. О, да. Давай это сюда. Что такое Джейк Джеллингхолл? В принципе, на этом можно и закончить. Просто. Что такое Джейк Джеллингхолл? Твой знак зодиака. Ты знаешь? Да. Козерог. Какой первый фильм Джейка Джеллинхоула? Октябрьское небо. Нет. Черт! Это был большой фильм? Нет. Что это? Опасная женщина, если не ошибаюсь. Твои родители разрешили тебе сняться в фильме да. "Опасная женщина"? Сколько тебе было? Десять или одиннадцать? Что Джейк Джеллинхоу ест? Забавно, что спросили. Младенцев пант? Uh, что означает татуировка Джейка Джеллинхоула? У меня нет татуировок, мужик. Во сколько Джейк Джеллинхоу родился? Вроде рано утром, я уверен. А меня сделали рано утром. Папа ничего не вынимает. Райан Рейнольдс? Ест стекло? Ест и пьет, не глотая. Ты уверен в этом? Ты решил здесь пошутить, как Стив Харви? Есть татуировки? Это интересно. Чудесно. Окей, следующий вопрос. Есть несколько. Несколько? Да, давай следующий. Райан Рейнольдс подводит да? глаза? клянусь, я сижу рядом с ним, а чувак ему глаза подрисовывал. У него нет глаз. У него нет глаз. Ты думаешь, ресницы бывают такими нет глаз. сами по себе? Это безумие, у него нет глаз. Да, у меня на самом деле один глаз. Спасибо, что подняли эту тему. Райан Рейнольдс что? О, восточный единоборств. Да. Что ж... Этот кулак, Джиллин Хоу, для тебя. Чувак, это жутко. Как теплая масло, как горящий нож в теплое масло. Очень жуткая рука. Я как поланка в восточных единоборствах. Готов? Да. Райан Рейнольдс. Носит очки? Ношу. Полное, абсолютное вранье. Он носит их только, чтобы казаться красивее и умнее. Я вижу тебя насквозь. Есть брат-близнец! Oh. No. Неправда. Не-не-не-не, я съел своего брата в матке. Глянем-ка, что там у Джеллинхола. Давай, давай. Джейк Джеллинхол покорил Эверест? Да. Джейк Джеллинхоу учился в колледже? Да. Я учился в колледже. Правда? Я учился в Колумбийском университете. Я не знал этого. Я проходил с теми, кто, вероятно, не такие сообразительные. Мне кажется, он похож на онлайн-университет. Джейк Джеллинхол, сам делает трюки. Как правило, я делаю, если это не опасно. Ты знаешь моего каскадера? Кто он? Том Круз. Джейк Джеллинхол, слышал энд Бужи. Ты слышал энд Бужи? Слышал Баден Бужи? Оу, банда из Атланты. Не банда, нет. Это песня крутая. Не слышал. Когда Райан Рейнольдс получит звезду, это твое! Он купил ее. Неправда. Почему Райан Рейнольдс хотел играть Дэдпула? Был безработным? Да, я как каждый второй парень. Отчаяние? Да, отчаяние. Определенно. Элементы паники среднего возраста. <laughs> Ты знаешь. Почему Райан Рейнольдс? Поцеловал Эндрю Гарфилда. Серьезно? Как у вас возник этот вопрос? Я знаю. Вы видели Эндрю Гарфилда? Вы видели его? Я не знал. Я целовал его, пока не нашел свой дом той ночью. Нужна карта, чтобы уйти от его глаз. Да. Блин, какие еще сотни карточек? Жизни не хватит. Ага, погнали. Джейк Джеллинхоу. Поет? Да, он может. И танцует. Не. Джейк Джеллинхоу умеет целоваться? Чувак, я не Эндрю Гарфилд. Прости. Но Джейк Джеллинхоу и Эндрю Гарфилд. Ответ — нет. Как Джейк Джелли... Как Джейк Отличное начало. Как произносится Джейк Джеллинхоу? Я говорил это тысячу раз. Как сделать прическу, как у Джейка? Слушай, ты не боишься, что ты проснешься, а у тебя украли волосы? Очень страшно. Ужасно. Давай, еще одну. Это весело. Только одну. Делаем это. Какой у Райана Рейнольдса номер телефона, ты знаешь? 376-459-3740. Это мой одноразовый Хорошая работа. Окей. Какая диета у Райана Рейнольдса? Веточки, камни, Палки немного чая. В моей голове, выйди Сижу из тобой, моей мужик. головы. Какой мотоцикл? Он человек. Мотоцикл движется за счет двигателя. Мотоцикл Райана Рейнольдса это человек. Да, это Гэри. Какие наушники Райан Рейнольдс использовал в фильме Да, возможно. Беспроводные. Типа Bluetooth. Как и стекла? Стеклянные. Как Райан Рейнольдс делает прическу. В основном, просто болотная вода. Это не каждому доступно. Вот как она делается. Надеюсь, что ты теперь знаешь больше обо мне. Что ж, я действительно чувствую себя ближе к тебе.